Приветствую вас, мои дорогие украинцы. Накануне Великого Поста мне бы хотелось пожелать вам мира в душе, здоровья в теле, стойкости в вере. Украина – это та страна, которая для меня очень близка. Практически юность моя прошла там, и там я многому научился. И в Киеве дорога моя как раз привела меня к Богу. Поэтому сегодня хочу вам для вас исполнить песнопение 50-го псалма на арамейском языке. И желаю вам радоваться во двух мирах. Люблю вас, мои дорогие украинцы. Oh,
Ooh, Aksa Jadah.